21 июня. Обычный летний день. У детей каникулы. Счастливые семьи прогуливаются по парку, наслаждаясь пейзажем. Сразу видно старшеклассников и студентов, которые сдали свои экзамены. Они довольные и радостные ждут своего выпускного. Парни зовут девчонок на свидание. На летней веранде сидит веселая компания друзей. Как приятно смотреть на все эти счастливые лица. Никто ничего не подозревает. А завтра была война. Молодые ребята бросают семьи и отправляются на передовую. Еще вчера они думали, кого пригласить на танец. А сегодня идут защищать свою родину ценой собственной жизни. Вместо своих мужчин женщины и дети идут работать на заводы. Спокойная и радостная жизнь людей сменилась на постоянные бомбежки, голод и редкий сон. Теперь счастливые лица были наполнены скорбью, болью и страхом. Никто этого не ждал. Но пройдя сквозь горе и страдания, они справились. Спасибо вам за мирное небо!